Этого пса предали самым ужасным образом. Пес Бим был счастлив целых 6 лет. Он жил в семье, которую любил всем своим собачьим сердцем. Но песик предположить не мог, что однажды его просто увезут из дома, потому что славный малыш им разонравится. Владельцы Бима привели его в приют для бездомных животных. Они сказали волонтерам, что им срочно нужно уехать в другой город. Но это всего лишь на пару дней. Люди попросили присмотреть за песиком, пообещав, что они обязательно за ним вернутся. Но, как вы уже догадались, хозяева Бима соврали. Ситуация усугублялась еще и тем, что в переполненном животными приюте был крайне высокий уровень смертности. Жизнь Бима находилась под угрозой. Шокирует тот факт, что прежние хозяева несчастного пса уже на следующий день поехали в другой приют и взяли там щенка. Интересно, зачем? Неужели еще одного малыша вскоре постигнет такая же участь, как и Бима? Надеемся, что нет, ведь таких страданий, как пережил наш маленький герой, не пожелаешь ни одному живому существу. Бедный пес был сильно напуган, оказавшись в незнакомой обстановке. Он не мог понять, куда делись любимые хозяева, и почему он сидит в тесном вольере. Еще больше животное пугал лай других собачек и незнакомые ему люди, то и дело появляющиеся в помещении. Волонтеры очень хотели помочь четверолапому. Спасатели приехали за песиком в тот же день. Они наладили контакт с животным, вывели его из вольера и увезли с собой. А теперь радостная новость. Для Бима практически сразу нашлись хозяева, и он отправился в новый дом. Мы надеемся, что на этот раз он попал к добрым, любящим и ответственным людям, которые никогда не причинят песику боль. Спасибо за просмотр.